Ой, всем добрый. Ой. Ой, ой. Ой. Всем доброе утро. Ну, я встала в 6 часов. 6 часов встала. Вот видите, обратно. Это на ночь. Попила чаю. Но я сейчас мочегонный не буду пить. Взяла с собой таблетки. Погода, смотрю, хорошая у нас сегодня. Окно открыла, окна. Пускай прямо воздух пошел. Что-то не пойму, то ли выспалась, то ли нет. 6 часов ровно встала, без будильника. В дорогу, ребят, поранилась. Гляньте. И заметил, я думала, просто так у меня, ну, ткнуло. И очень сильно ткнуло. Ой, это вообще ужас. Шапку с собой взяла, сумку. Ну, вот эта вот прикольная, которая... Ой, ткнула вообще прямо. И я еще не пойму, такая сижу, думаю, что-то мокрые штаны. Штаны мокрые, думаю, что это такое? Смотрю так вот рукой, раз, кровь, думаю, откуда. Стала смотреть. Шапку я взяла. Вот эту рабочую взяла шапку я. Ну, надо, едем по делам. Ой, не могу. Но я обработала. Это лейкопластырем там зеленка. Отдохнуть надо. 8 часов выезжаем. Представляете, как ткнуло. Я даже не подумала, что это прямо... Туру-туру-туру-ту-ту-ту.